Анон и Сдвача и Истуны, Совенок, Феста вступили в жестокую схватку. Жестокую войну, масштабно, чтобы было. Жестокую войну. Жестокую войну с использованием нечистот и чопа. Использованием нечистот и чоп. А Кристиан Рок. Бейл. Бейл? Кристиан Бейл? Ужас. Похудел ради роли, особенно Кристи. Потолстел. Да, наоборот. Кристиан Рок, эпик. Селестиал, что-нибудь такое. Да. Селестиал. Что еще? Оксимирон. При чем тут Оксимирон? Не знаю, запихай его в текст куда-нибудь. Интересно, кто в этом тексте победит, все-таки Фестуны или Навигатор из Доча? Это мы узнаем в следующем треке. Это подводку, да, для видоса снял. А пока трек генерируется, а перед тем, как начать прослушивать этот трек, советую вам сайт. Если бы мне еще платили за это. Стоп, досмотри до конца. Битва по ночам, погнали. Танки, блин! Ого-го-го. Жесть. Пиздец, вот такой эпичный трек играет, а Ярик смеет отходить. Не, ну конечно, танки в качестве обложки это... Есть такое. Танки, самолеты, вертолеты и корабль, все есть, что тебе надо. Блять, какая у World of Tanks вообще обложка? Блять, просто взяли и спиздили. Пиздец, я не ожидал это от нейросетки. Да. Ты рановато. Заново запусти, а то как-то флоп небольшой. Как дела? Ой. Да. А это точно не аниме Оки? Не, это такую музыку Эрик Картман писал в своей группе. Эрик Картман это из Саус Парка. Ну да. Реально? Там была серия, где они создали христианскую рок-группу. Блин, ребята, так весело сами сидеть. Вот на такой Съёнок Фест я бы поехал. Да. Чё, мужики, на Съёнок Фест летом? Да. Надеюсь, там умеет будет. Оксимирону сделали пересадку носа. Теперь он похож на человека. Это я просто... Ну, я считаю, что за такую новость можно... Поставить лайк! Оксимирону сделали пересадку носа, после чего стал похож на человека. Хэппи-хардкор. Не, знаете, хочется чего-нибудь вот такого вот с гитарой, грустненького относительно. Пять. Пересадку носа нельзя, видимо, делать. Запрещено. Оксимирон не станет человеком. Ничего не потеряли, в принципе. Окси сделали пересадку носа, после чего он стал похож на человека. Нет, тут, наверное, больше радость нужна. Стал похож на человека. Кантри!
Американ. Американ. Ну что еще? Фанни. Тайтл возвращения. Ой, на обложке я вообще даже не постарался. Чисто какая-то радуга блевотная. Так Оксимирон, в принципе, обычно и делает. Оксимирон вообще ни на чем не старается. Типа, М, вы видели его нос? Что таки говорит, мама не хотела, а папа не старался. О, да! Воу! Тачки, ёпта! А кто будет-то? Нос. Окси сделал лоботомию, теперь пишет нормальный рэп. Я чуть не подавился. Лоботомия это же это компания, игра вот эта. Лоботомия это медицинская процедура такая. Лол, Ярик, не знал. Типа. Про Валорант надо. Да, Валоранта. Отец застукал своего сына за переодеванием в юбке. А, бля, про трек сейчас надо что-то придумать. Я просто тоже не понял, что мои жизни описывают. Да. Тихо-тихо, по-моему, сейчас у меня что-то нарастает. Нарастает? Прыщ. Нормально ты его, блин, подъем. Про папича захотелось ебнуть. Оксимирон стал лучшим рэпером современности и проснулся. Папич поскользнулся на говне и провалился в бэкрумс. Кирилл, какого чего? Пора, наверное, идти. Я знаю, папич снова зашел в доту. Проиграл матч за Wraith King, разозлился и решил закончить карьеру. Style of Music. Хэппи хардкор. Хэппи хардкор. Рейв. Рейв это же персонаж из Апекса. Понял тебя. Заткнись. Так, сейчас хэппи хардкор, рейв, что еще? Что-то еще нужно. Иди нахуй. Найткор. Все, наверное. Найткор! Вокалоид. Найткор, Найткор, давай. Найткор, Вокалоид. Не надо Вокалоид. Надо, давай Вокалоид, фигач. Вокалоид отдельно. Ну ладно, ладно. Давай Найткор. Давай Найткор. Вокалоид отдельно сделаем. Тайтл пусть звучит рок. Ластовую обложку чекайте. Это Рейскин. Это реально Рейскин. Причем старый еще этот, как его. Скелетон Кинг. Да, Скелетон Кинг, да. Нихуя, он, конечно, эту строчку зачитал. Самое смешное, хэппи хардкор, рейв, найткор. Пусть звучит рок. Да сейчас, походу, закончит. А, хуй там плавал. Опа, стой. Что это такое? Две песни сгенерировались разных. Ну так это славянская музыка пошла. Славкор. Реально. Вот чисто рэпчару зачитал, я не знаю. О, вот это хэппи хардкор уже. Отлично,
Ебать. Вот это оно. Ё-моё. Это мне что-то это напомнило. Карамель Дансон. По-моему, да. Это было круто. Но в целом... Ну, хуй, пизда, тут первая запись. Не, ну здесь обложка зато. Да! Правда, это, конечно, не выглядит как обложка для Happy Hardcore, Rave Nightcore, но да ладно. Это обложка для папища.